Коллеги, для нашего бизнес-партнера, кто осуществляет оптовую торговлю автозапчастями, отправляем эти палеты. И каким образом это все произойдет, я вам покажу. Вот эти все палеты. Тут в основном оригинальные запчасти, европейский автомаркет, европейские бренды для Renault, Opel, Chevrolet. Вот, ребята уже начали грузить. Вот, один палет уже занял свое место. В таком грузовике отправим. Как всегда, сегодня в Стамбуле солнечная погода, такая приятная. Это наш офис. Второй палец занял свое место. Занимает свое место. Едет за другим палетом. Вот, коллеги, эти палеты уже заняли свои места. Аккуратно, все четко. Еще один наш палет. Готов заниматься свое место. Вот еще эти палеты остались. Сейчас ребята их тоже заберут. Вот предпоследний палет готовится занимать свое место вот в этом грузовике. Вот так, друзья, грузовик почти полон. Вот последние эти два палета остались. Сейчас ребята их тоже заберут. Последний палет. Ребята стараются тоже аккуратно положить. Вот и наш последний палет отправляется в свое путешествие. И вот наш последний палет. Как раз палеты таким образом оформлялись, что вот чуть-чуть кого чуть-чуть, да, в каком-то смысле, вот все четко, порядочно, грамотно, ребята грузили.
вот, друзья, наши товары готовы. Отправки нашим оптовым бизнес-партнерам.